Так, 17-я серия маршрута Москва-Кемерово. Заметили, наверное, как изменилась информация на дисплее. Съемку веду на видеорегистратор Акиноре. Причину объяснял раньше. Несколько слов о месте стоянки. Отзыв самый положительный. Но полностью, наверное, комментарий будет в полном видео. Когда буду его размещать, пока не знаю. Сейчас отвечу на некоторые вопросы, которые поступили к этому времени. Продолжаем маршрут Москва-Кемерово. Вы заметили, как изменилась картинка. Стал пользоваться видеорегистратором Акиноре. Причину объяснял в 15-й, по-моему, и в 16-й серии. Так. Ну, буквально несколько мгновений о месте стоянки, ночевки. Вполне приличное место во всех отношениях. И кухня хорошая, цены приемлемые, персонал довольно-таки приятный, тихое, спокойное место. Вот сейчас не помню, платил за стоянку или нет. Так. Но при полном видео комментарий будет более подробный, но когда буду размещать в реальном времени с оригинальным аудио, пока не знаю. Компьютер что-то начал у меня немножко хулиганить. Если раньше на обработку серии уходило порядка 5-6 часов, то вот 16-ю и 15-ю серию на обработку у меня ушло 10 часов. Что-то с компьютером. Так, сейчас пока двигаемся. Отвечу на некоторые сообщения, на некоторые вопросы. Вот поступило интересное сообщение от пользователя логин Дмитрий Г. Он написал что-то про язык программирования на основе телеграфной азбуки, не понял. Сейчас так программы не пишутся. Ноль и единичка – это на уровне микроэлектроники. Программные приложения делаются на языках высокого уровня. На ноль и на единичке даже боюсь представить. Совершенно верно. Есть два уровня программирования. Низкий уровень программирования и высокий. Высокий – это... Если образно говорить, это когда архитектор или конструктор формирует здание или механизм из имеющихся деталей или материала. Это параллели с программированием высокого уровня. Все вот эти приложения, игры, офисное
приложений и так далее, и так далее, и так далее, они написаны языком высокого уровня. А вот кирпичики или микропрограммы, они пишутся на языке низкого уровня. При написании программы на низком уровне используются различные языки программирования. И все это в 16-ричном коде. Затем переводится в двоичный машинный код. Это 0 и единичка. Тот код, который понимает машина. В натуральном выражении, что такое 0 и единичка? Это напряжение. 0 это, по-моему, 0,3 вольта. Единичка, по-моему, 4,5 вольта. Вот этим они отличаются натурально, если их представлять. Это маленькое напряжение и высокое напряжение. Условно говоря, высокое. Что такое... Что такое точки и тире? Точки – это те же самые тире, только короткие. Например, точка, она в три раза короче, чем тире. А по сути, это то же самое тире, длинное и короткое. Ну, например, длительность точки – 1 секунда. Длительность тире 3 секунды. Это вот тоже так вот, образно говоря, в линейном выражении. Как перевести длинное и короткое тире в 0 и единичку? Ну, это не проблема. Есть масса возможностей, как это сделать. Ну, а то, что сейчас программы не пишутся на низком уровне, то я с этим не согласен. Программы на низком уровне пишут, ну, так называемые хакеры, а это программисты высочайшего уровня, ну и, возможно, используются где-то еще. Я повел разговор о программировании, где будет использоваться телеграфная азбука. Ну, как вот его обозначить? Я бы, например, назвал его, ну, национальным, может быть. В этой программе должны использоваться русские слова. И тогда программирование на низком уровне не будет уделом избранных. За примерами, ну, чуть позже, наверное, чуть попозже проведу вот аналогию, когда сами можете сопоставить, сравнить и представить перспективу, будущее программирование. Как, например, перевести... О, кошмар, это Акинорис работает. Так, придется звук убавить, то по мозгам бьет. Сейчас есть очень много программ, которые смогут перевести человеческую речь, ну, в телеграфные коды, в точки и тире. Ну вот, например, какое слово взять? Ну, возьмем, например, арифметическое выражение. Арифметическое слово «вычислить». Вот я диктую это слово на программу. «Вычислить».
моментально она перевела программа это в телеграфный код, и вот как это звучит. Ну вот вы услышали, что за доли секунды была команда вычислить, переведена в телеграфный код, и вы услышали это звучание. То есть отпадает необходимость в компиляторе, в посреднике, который будет переводить человеческие слова в телеграфные коды. Вопрос настолько обширный, и ответить очень кратко и сжато не получится. Но как смогу, как могу, так отвечаю. При помощи вот такой технологии человек будет общаться с машиной напрямую. Язык программирования, вот новый язык программирования, как я назвал его, национальный, например, он настолько упростит программирование, как вот если, например, сравнить профессию водителя. Ну вот, наверное, многие смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя». Вы, наверное, помните диалог, когда вот этот горбатый сказал, что на операцию пойдет шофер. На что тот сказал? Ну, помните это, наверное, диалог. А еще раньше профессия шофера была настолько престижна и уважаема, что... Но сейчас, наверное, сопоставимо вот со специальностью там, или с работой космонавта, там, пилота, наверное. Прошло вот сколько лет? Ну, 70, наверное, лет, и профессия шофера настолько... стало доступно многим. Сейчас практически любой может пройти обучение и получить водительские права. Вы это сами можете наблюдать, что творится на улицах. Вот поэтому, проводя аналогии между программированием и вождением автомобиля, далеко к бабке ходить не надо, что процесс программирования будет настолько упрощен, настолько доступен, что практически каждый желающий сможет общаться с машиной на языке низкого уровня, то есть практически на уровне нуля и единички. Да, тяжело объяснять, конечно. Вот как могу, так объясняю. Вообще говорят, если ясно мыслишь, ясно объясняешь. Но для того, чтобы создать язык нового поколения, на котором могли бы работать практически любой человек. Но для этого необходимо, конечно, проделать определенную работу, хотя база для этого уже существует. Нужна необходима команда из программистов низкого уровня, из программистов высокого уровня, из разработчиков
вот этого железа, так называемых ядер, чтобы выработать, что ли, единую политику, единый план действий. Но это совсем не за горами, учитывая, что IT-технологии развиваются не в арифметической и даже не в геометрической прогрессии, я бы сказал, тригонометрической. Надеюсь дожить до этого времени. Да, объяснять, конечно, нужно смелым в руках, доской. Тогда это становится очень доходчиво и понятно. Необходима разработка новых процессоров, новой технологии. Ну а выгоду, которую сулит программирование на языке телеграфной азбуки, она очевидна. Если, например, взять вот эти вот напряжения нуля и единички, то в среднем получается, ну, возьмем поровну нулей и единичек, то среднее напряжение где-то суммировать 0,3 вольта и 4,5 вольта, ну, среднее напряжение будет где-то, ну, 2,5 вольта возьмем. При использовании точек и тире напряжение может быть 0,5 вольта, 0,4 вольта. Пожалуйста, только экономия на электроэнергии составит примерно, ну вот сами разделите, 2,5 вольта на 0,5 вольта, допустим, на 0,5 вольта. Уже пятикратная экономия электроэнергии. Сами знаете, что на работу процессора большое влияние оказывает температура. Процессор нагревается очень сильно, для этого существует эта система охлаждения и так далее. Здесь же, за счет того, что более низкое напряжение, ну, эта проблема тоже будет частично решена. Да, потребуется, наверное, разрядность шин не 64, может быть, не 128, возможно, 256 разрядности шины потребуется, по всей вероятности. Да не по всей вероятности, оно так и потребуется. Это новые программы для работы самого процессора. Ну вот, я убежден, что, глубоко убежден, что будущее это за языком программирования на базе телеграфной азбуки. Преимуществ она сулит очень много. Ну, прошу прощения, как вот смог, так объяснил. Двигаемся в сторону Новосибирска, трасса Р-254. С правой стороны по ходу Белобородово. Так, что-то. Thank you.
С правой стороны населенный пункт Кумысный. Но в этом маршруте, значит, проедем через Новосибирск, немного по городу покатаемся. Да, вот это вот пиканье, конечно, раздражает. Но настроение во время движения было никакое. Поэтому этих звуков я не слышал практически. С правой стороны город Коченева, довольно-таки крупный. Через город проходит железнодорожная ветка. Видны названия улиц: Садовая, Ипподромская, Промышленная. Ну и так далее. Достаточно много улиц. С правой стороны также пруд Камышинский. Так, я попробую ответить еще на некоторые вопросы. Ну, если логин Дмитрий Г. что-то я не очень внятно объяснил, то, пожалуйста, спрашивайте, я готов продолжить этот диалог в других сериях, в других видео. Так, Александр VII пишет, логин. Есть, кстати, полное видео маршрута Омск-Новосибирск и из кабины локомотива поезда. Тоже интересно посмотреть. Есть группа людей, которым крайне интересно смотреть на Россию из окна поезда. Вот это в основном информация для вас. Есть ссылка на этот ресурс. Пожалуйста, заходите, проходите по ссылке и получайте наслаждение. Путник 81 написал по поводу ваших комментариев насчет форм озер в Западной Сибири. Хочу вам предложить ссылочку на один плейлист, где историки-альтернативщики об этом ведут речь и о причинах их появления. Тут тоже есть ссылки. Я краем глаза, скажем так, глянул на это. Невероятно интересный ресурс. Я подписался на видео. Ну, будет свободное время, естественно, я максимальное время уделю этому, вот этим видео. Очень интересное, познавательно, мне это привлекает. Так,
Логин Сергей из Мурома по Чулыму. Пишет: Чулым в Красноярском крае, в Ачинске. Ну вот я помнил, что где-то еще есть такая река. Просто не мог вспомнить. Так, Логин Сергей из Мурова написал: во Владивостоке со смотровой площадки на мост Золотой через бухту Золотой Рог. Моста на остров Русский оттуда не видно, разве что верхушки опор в хорошую погоду. Мост на Русский хорошо виден за сквером Щетиной или с самой южной точки маяка. Ну, я вот как видел, как представлял, так я об этом и сказал, что смотровая площадка на остров Русский и на Вантовый мост, ну, значит, это не смотровая площадка, а грамотно назвать... А грамотно назвать, как это место за сквером Щетининой или с самой южной точки у маяка. Ну, не знаю, я, например, называю вот этот вид на остров Русский и на Вантовый мост смотровой площадкой. Там памятник стоит, возле памятника очень много людей собирается. Ну, пусть это будет смотровая площадка 2, если оскорбил чем-то смотровую площадку. На бухту Золотой Рог, то не обессудьте, это не со злого умысла. С правой стороны железная дорога. Трасса Р-254, Омский тракт. С правой стороны поселок Прокутская, станция ЧИК. Далеко впереди, с левой стороны, аэропорт Новосибирска Толмачёва. Но это будет чуть попозже. Вообще интересно было бы посмотреть на Владивосток со смотровой площадки, вот на Золотой Рог. Я, к сожалению, не знал, что есть такая смотровая площадка. Во Владивостоке был несколько раз, бывал, но меня всегда возили на смотровую площадку, вот... на остров Русский и на Вантовый мост. Смотрел также на Вантовый мост со стороны морвокзала. Повторю, что морской вокзал, он стоит вплотную к железнодорожному вокзалу. Thank you.
Thank you.
Thank you.